все-таки лобовое не вытер. Всем привет, друзья. Сегодня у нас танковое. Сейчас стартуем. Так, пошла жара. Так, Паша пошел. Посмотрите, как все заросло. Но это простая траектория. Вода очень упала низко. Тут под левым краем то, что надо. Леня молодец. Подождал меня, чтобы все было зафиксировано. Левей, левей, левей! О, вот это уже нормально. Ох, какой запах пошел. Елки-палки. Самурай начинает удивляться, называется. Борется. Смотрите, как красиво. Молодец. Так, ну, Чероки, интересно. Он очень хорошо едет. Но вес у него... А, все, наверное, уже. Судя по всему. Да. Вес у него значительно выше. Там один мотор весит, как пол самурая. Так, следующий претендент на звание лучшего внедорожника. Тут тоже вес присутствует. Начало неплохое, я вам скажу. Не, смотрите, красиво все. Так, ну, Жека по лайту. Ага, тут уже не лайт сейчас будет слева. Это то место, где во льдах залупазлик тут рубился. Ну, Саня задом себя смог выскочить. Саня включил блокировки и нажал на газ, называется. Ну круто, круто. Круто. Чероки мешает. Где только я не вижу ее? Я вижу наверху, где она. Груши лежат, а дерева нет. Да кто-то привез, высыпал, наверное. Ну посмотри, какая тут жесть. Нет, где-то по-любому. Тут как-то появился просвет. Вот, она, вот, она. Вот это она? Большая, да, да. Груша нашлась. Ну красиво тут. А Женя прошел? Женя по правой стороне, рядом с бомбой прошел. Накачанные, конечно. Перекачанные, да? А давай я тут скажу. Хорошее место, ничего не скажешь. Конище, думаю, уже не поедет сам. Он так не сдастся, конечно, но засандалился нормально там. Хотя может дорыть и поехать.
А? Какая-то сборная по хоккею тоже плачет. Где по поводу? Лифт хоккейный мешает вместе. А, я понял. Канадскими, нифига себе, ты видишь, канадские шайбы. Так там шайбы дороже УАЗа. Да. Так, Паша поехал доставать Сашу. Паша спасает Сашу. Какой кадр такой вообще. Черкес тут такой четкий, а там вот мусор, видите? Животинки выбросили, даже их животинками неправильно называть, не знаю как назвать, не хочу. Видите, отражение какое в водной глади, дальше солнце на основной. Черкес по краю, красавчик. Похолодало последнее. Вчера очень холодно было, сегодня потеплело уже точнее. Друзья, причем я вам скажу, вот покатуха, смотрите. Сегодня суббота утро, до вчерашнего вечера никто никуда не собирался особо. Леня написал, я еду на танковую, сбор в 11. Жду вас возле танковой. Вот такая банда хорошая подъехала. Я тоже... собирать у вас начал недавно относительно. Спуск колес продолжается. Самого запустить его? Я остановить успел, все нормально. А было страшно? Не, не отошли ни на метр. Нива? Он инструкцию считает. Включает, как включить пониженную? Как выключить искусственный интеллект, антибукс там. Ну, словно какая-то машина как после атомной войны такая. Как после атомной войны. Искусственный интеллект есть, работает. Да, да не, ну это ж... Это ж Нива, ё-моё. Прикинь, сейчас Макс сядет. Вот это будет фиаско. Королева сразу его вычеркнет из этих. Сегодня можно... Из лордов. Так, Русь, короче говоря, тебя у вас отрыгнул. И ты теперь ходишь за ним? Отрыжка у вас. Не, я без штурмана, мне некому снимать и это. И без второго. По пенсионному. А он, чтобы не пачкать, вот хитрый, ну. Акс уже не торт. Не торт. Не дубасит. Так, что тут у Сани произошло? Что там, Саня, починил? Починил? А лебедка или что, искра? Дело в том, что с таким контактом ты мог реально высадить аккумулятор. А что, было откручено? Клемма? Сейчас бородач покажет оффроуд, мы освободим ему траекторию.
что какие-то звуки есть. Значит, работает механизм. Да, сколько она строилась, эта машина. Точнее, даже больше доводилась, чем строилась. До состояния, как она должна поехать. Цунами до нас зашло. Не застрял. Друзья, добейте 11 лайков до 100. На коксе пытается. Большой очень редуктор на мосту, и упирается он им. Да поменяешь колеса и проедешь. Все. Тоже тяга, что, довольный, да? Да, Русланчик, да? Хорошо, что, довольный, да? Нет. Все. Помощь близка. Ты нормально идешь. Там максимум по пояс провалишься. Дышать сможешь. Еще один спасатель с камерой. Зашакал. Не знаю, удержит он. Там ему, может, немного и надо. Смотри, передние колеса от земли отрываются. Давай, с тропой забрали. За Макса. Есть тропа? Хватило, да? Хватило. Хорошая у меня машина. Сама лебедит. Сама якорь, едет. Сама едет. У маска даже такой нету. Но это на передаче. Две пониженные включены. Кто? Поехал. Вы трос подтяните у кого перчатки, или у кого. Стой. Отходим, потому что он усыпит сейчас кого-то, блин. Блин, тянул трос, скажи, спасал, блин. Камеру там чуть-чуть повредили. Посмотри, как он едет. Он сейчас Леню переедет. Гоплык, Леня, убегай!
Так, полетели. Что у нас здесь происходит? Тут оффроуд, тут, правда, мусор иногда попадается. Ну, не мусора, мусор в смысле. Ну, не мусор, мусор. Вы поняли, короче. Так, черкес. Настолько приятная такая, классический такой внедорожник. Вот четкий такой, как он должен быть. Бомбезный, конечно, очень. Выпускали его очень долго. С 81 по 2001, насколько я помню, по памяти, где-то так. 20 лет. Ну, здесь было хорошо, но все высохло. Сейчас будет второй участок. Там связи нет, к сожалению. Ну, давайте, может, там в начале чуть-чуть. Если там в начале есть жесть, то вы что-то увидите. Паша сзади. Нива красивенькая, белая такая. Я бы сказал, белоснежная даже. Что там такое? Начинающий. Где-то пилот в туалет, наверное, пошел. Тут это все под водой, видите, эти покрышки поддавлены. Тут и мусор есть строительный. За мной не отстает ни на метр. Мы на второй, одна пониженная, так немножко. В общем, чтобы быстрее было. Так, а что здесь произошло? Ох, елки. Интересное место. Какие-то горы появились. Красиво. Какие-то горы несанкционированные. Это кто-то что-то вывез тут, да? Но нам наоборот хорошо. Интересное разнообразие тут у нас появилось. Сейчас я тоже по ним поеду. Мы сейчас сделаем дорогу здесь. Сейчас я посмотрю, что там, подожди. Еще и бурьяном поросли. Сейчас надо их разровнять будет. Паша, поедь вот так на меня сюда. Только оттуда зайди чуть-чуть, вот так. И он по своей траектории хочет перевернуть бомбу. Я ему более правильную подсказывал, там уже завалился на деревья немножко. Скажи, чтобы влево, вправо рулено. Блин, вот безбашенный. Ровней поедь сюда. Ё-моё, блин. Тоже посоветую, блин. Что сам, что я. Нормальную дорогу сделал, кстати. Хорошую прокатал, все, теперь и люди могут на этих, на стоковых внедорожниках кататься.
получилось? Да. Все нормально. А ты домой уже? Да, поеду на СТО, может, сейчас найдут и вернусь. Ну давай. Саня поедет лебедку подремонтирует. Вот так. Блин, что ж тут творится, вот животные. Ну, все в мусоре. Посмотрите, что тут творится.